Так, лабиринт. Очередные две сокровищницы, которые наверняка мне принесут теперь что-нибудь хорошее. Но очень хочется на это надеяться уже. А то как-то только один ран был, который... В котором было неплохо, не то что хорошо, там неплохо было, да? Но он как бы один из десятка, который я уже пытаюсь сделать. Это грустненько. 10 монет — это не грустненько, 10 монет — это очень приятно. У-у-у, отлично, Petrified Poop. Ща что-нибудь из куч будем надобывать. Так, Spider Love. Хреново. Ну, типа, пауки становятся дружественными, это хорошо, они меня не атакуют, да? Но именно как артефакт... Не, такой себе такой. Среднячок с уклоном в мусор. А, серое сердце нормуль. Так, вот она вторая. Сейчас, собственно, будем посмотреть, насколько здесь все хорошо или плохо будет. Не успел. Оп, успел. Хорошо. Так, барабанная дробь и... Ах, твою... Барабанная дробь и твою мать. Да. Опять эти тупые лазерозракс. Вот более точная инфа. Добавит возможность стрелять золотыми слезами каждый 20-й выстрел, который имеет небольшой шанс превратить врагов в золото. Окей. Я думал, я на босса уже должен уходить, а это всего лишь магазин. И магазин мне открыть, к сожалению, ключа не упало. У меня есть одна бомба, но... Здесь будет еще одна бомба? Да, здесь будет одна бомба. Окей, магаз посмотрим. О, хорош, еще и купон. Что бы я хотел из магаза? Да хрен его знает, да? Посмотрим, что тут есть. Хай Пристес. На босс пригодится наступить. Просто так, так. И всем. Здорово, Пал. Все фигня, шаг давай, рестарт. Погоди. Сначала, после того, как выпадает, ну, типа, полная фигня в сокровищницах, да? Но я в лабиринте. То есть, если это обычный уровень и фигня в сокровищнице, да, рестарт. Но я в лабиринте. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. А если я в лабиринте, значит, здесь сразу будет сделка. А если будет сделка, то можно сразу посмотреть, что мне на сделке упадет. Логично, правда? Алло. Ну, во-первых, с двух боссов что упадет, да. Типа такой себе, конечно, но посмотреть можно. Самое главное — сделка. Скорость. Хрень. Да. То есть только при полной зарядке я выпускаю шар серы. Хе-хе-хей. Слушай, это любопытно. Вот, поэтому я говорю, что надо, короче, проходить. То есть я могу бить врагов, как обычно, вопросов нет. Но если я хочу заанигилировать какого-то врага, мне проще выпустить шар серы. Ну и, кстати, мой внешний вид сейчас мне очень начал нравиться. Мой внешний вид сейчас очень крут. Заметьте. Так, как видно, допустим, это не кровать. То бишь, not bad. Пойдем дальше. Сейчас нужна скорострельность. Нужно как можно больше поднять себе скорострельность. Ой-ё. И духом я выйти не могу, да? Ну ладно, давай вот так вот просто. Угу. Окей. Мусер, осторожно, мусер. Он, кстати, теперь из-за того, что хочет заряжаться каждый раз, он бьет медленнее. То есть его отзывчивость на мои удары стала куда... На мои кнопки стала куда хуже. Зато серд наносит реально здоровый урон, на самом деле. Она, кроме, недалеко идет, к сожалению. Но наносит очень большой урон. Я думаю, что эту дальность полета серы можно увеличить с помощью дальности стрельбы.
И тогда будет не так плохо, я думаю. ХПшник еще, спасибо. Жмет. Так, здесь у нас тупица. Пыньк, пыньк. А, я себя зажал. Так. Зажал как последний лох. Блин, но мне еще и дальность самого удара меньше стала. Из-за этой серы просто дальность удара меньше стала. Пипец. Но выглядит, конечно, красиво. О, это же Боб. Он же бесполезный кусок. Ага. А, я... У меня серого сердца нет. Я не могу себя выпустить. Мям. Хрен на мям. О, серое сердце. Спасибо. Так, халява. На халяву лестницу. Это хорошо. Да, рестарт. То бишь, рироль. Так, сначала увеличение скорострельности. Мерся. Так, 16. Not bad. Еще больше рестартов. Да. 1 плюс 1 Humbling Bundle я точно хочу купить. И еще один. Steam Sale, который мне не упал, к сожалению. Своровать я его так не могу. Обидно. Steam Sale это любопытно, конечно же. Steam Sale это очень любопытно. Надо попробовать его получить. Humbling Bundle это, конечно, топ, но Steam Sale double топ. Так, ать, мэ, ать, мэ. Осталось всего два раза. Два раза я точно получу Steam Sale. Так, но у меня, по-моему, не будет зарядки еще на два раза. Да, косяк. Ну, неплохой урон, скажем так, да? Не то чтобы совсем идеальный, но урон очень неплохой. Хорош. Гормоны найс. И ни хрена из. Сейчас посмотрим, что мне попрошайка даст. Я не помню, что это такое. Connect your familiars with beams of electric. У меня фамильяров нет. Так. Если я попробую еще сделать, я потеряю свою хпшку. Что, хреново. Так. Окей, гимпи. После убийства врага я могу получить половину красного сердца. Духа у меня нет. Раз. И у меня остались только... Слоты костяного сердца. Два. Вот, все сложно, очень. ХП нет ни хрена, духа выпустить нифига не могу. И мне может быть... Блин, надо было сначала духа вот здесь вот выпустить. Обидненько. Обидненько. Так, разве что на суперсекретку можно понадеяться. Нет. Нет. Да. Опять же, блин, поздновато. Это, конечно, хорошо, но поздновато. Два хп, найс. Окей, на хпшке немножко есть две бомбы, спасибо. Будет чем тебя взорвать. Ну и практически все монеты, которые я ему отдал. Not bad. Сделка есть? Сделка даже осталась? Нифига, какой он добренький. Продолжим. Еще. И последнее. О! Серые сердечки за счет гимпи. Автотрелька тоже есть и задесь. Отлично. Теперь я могу Unleash the Duke сделать. И значит я могу открыть золотой сундук. Изи, правда? Easy every fucking time. Такс. Отлично. И хпшка, и монеты, и бомбов дофига. Так, что там про Steam Sale было? Теперь я его могу легально купить. А за день. Здрасте. Not bad.
Настолько все четко, четко, четко разыграл, что даже официально купил Steam Sale. Класс. Пойдем дальше. А может призраком чарджить? Не-не-не-не-не. Ну хотя, блин, в этом смысл, конечно, есть. Ты типа серый будешь тогда? Но тебе, ну, 5 урона, ну фиг знает. Ну в этом, конечно, если чисто серый играть, в этом смысл, конечно, есть. Упс, минус один слот. Я забыл, что надо призраком выходить. Но ты знаешь, иногда как бы... Да, иногда очень неплохо и мной. Не призраком, а именно мной так. Пыньк шарик оставлять. Все-таки так вот призрак вот так вот сделать не сможет. Balls of Steel. Хорошо. Так как у меня слоты там пустые, вау, то нужно скорее призраком пока действительно поиграть. Ну и нафиг рисковать собой, любимым. Тем более в такой вот ситуации, да. В такой ситуации надо упереться просто и не отсвечивать внизу там. Так, здесь не торт. Ага, так, идь. Спасибо. Еще костяное сердце, найс. Точнее, костяной слот. Не... Оу. Это было очень близко. Не слот, а магнит. Давай. Магнит это тоже очень неплохо. Мерся как бы. Погоди, то е... Стоп, 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 стоп. Такое чувство, как будто я могу одновременно и шар выпустить, и призрака плеваться серой. Но это не точно. А чё от хилд не взял? А хрен его знает. А просто так, видимо. Ну типа с отхилы бы неинтересно, чё вы. Без отхила хардкор, там все дела. Ну смотри, у меня фулл хп сейчас. Все же замечательно, знаешь, все правильно сделал. Стоп-вотч, стоп-воп-воп-воп-воп-воп-воч. Нет, два ключа. Ладненько, так, секретка! Монетка! Так, стоямба. Ать. Оп. Спасибо. Стоп-вотч, да. Уже not bad. Not bad, not bad, not bad, not bad, not bad. Пыньк. Пыньк. Да, слушай, наверное, мне придется, если я сейчас на босс-раш успеваю, а в теории я на него успеть могу, мне надо за духа проходить босс-раш, а не за тело. За духа это будет в разы проще. Так, спыньк. И... классно. Нет, на самом деле очень прикольно. Мне понравилось. Пойдем дальше. Пока что я успеваю на босс раш. Да. 12 минут, Некрополис 1. Надо поспешить чуть-чуть. Чуть-чуть буквально поспешить надо. Так, Троломба, это не то, что я хочу притягивать. Спасибо. Ага, not bad. Ну... Ну, типа, за духа и за духа же потратить. Тогда. Логично. Блин, любимая музыка. Это радует. Под любимую музыку надо сжать. Здравствуйте. О, лопак еще. Найс. Так, наверх. Ключи пригодятся. Сразу босс. Это, конечно, хорошо, но я все-таки хотел посмотреть и магазин, и...
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохая пилюлька. Nice от хил. Я хотел в магазин и сокровищницу как бы глянуть. Они, я думаю, полезны вполне. Я боюсь, что где-то вдалеке остался и магаз, и сокровищница, да. Мне бы, кстати, полет еще не помешал, честно говоря. Так, 13. Ну, время пока есть. Да ты издеваешься. О, да! Вот здесь вот дух пипец как сильно поможет. Жалко, я не могу отходить достаточно далеко, чтобы в меня не стреляли эти. Такс, или читай. Воу, вот ты где, падла. Ну и, как бы, очень странная внешка у этого лазера, как бы. Он должен доходить, но он никому ничего не должен. The stars, justice, the pool, the sun. The sun пригодится. The sun определенно топчик. Грид! Грид плюс грид равно убит. И второй Steam Cell он мне, к сожалению, не дал. А жалко. Могла бы быть неплохо. Такс, нет, мне пора на босса выходить. У меня нет времени вниз до секретки, до сокровищницы идти. Пора выходить на босса и кернить босса. Окей, ну. Дальность, ну типа да. Типа сейчас да. Уголь? Ей, найс, уголек. Уголек на обычную серу вообще первый лет. А чё камень пропустил дважды? Да потому что пофигу на камень. ХПшка и так, ну, почти фул. Мне одного сердца не хватает до фула. Поэтому на камень тоже пофигу. Секунду, ребят. Здорово, Катька. Такс. Фул у меня есть, если чё. Я смогу вернуться зачистить. Сейчас главное успеть на мать-перемать. Чтобы на босс-раш добежать. Так, это не босс-раш. И сокровищницу я здесь возьму, и магаз я здесь еще посмотрю. Чисто за счет карты The Fool. Главное просто успеть на мать. Так, здесь проще так будет. Странно, что сера не черная у духа, но при этом она черная у меня. Очень странно, что сера не черная у духа. Так, красная. Угу, я понял. Так, сокровищница. Фу. Ну, в смысле, хорошо, конечно, но я не за ней сейчас шел. Воу, Керстай, чуть не взял. Нет, Керстай мне сейчас нахрен не нужен, он мне сейчас сломает. К сожалению. Так. Спасибо. Это в итоге была огромная сайдрума, и это очень плохо, потому что я потратил 1,5 минуты здесь. Не люблю большие сайдрумы. И они, в принципе, отвечают мне взаимностью. Блин, еще волны такие жирные попадаются, просто забей. Ага, серый, серый. А, все, мне фулка. Серых сердец тупо фулка. Обидно. Ну или вот сейчас будет фулка, да. Так, ну да, попробуем здесь все-таки. Допустим, здесь не сайдрум будет. Так. Окей, на. Игровая даже есть. Окей, хрен бы с ней 10 раз. У меня, кстати, магнит перемагничивает. Притяжал. Притягивал, притяжалку, блин. Это очень неплохо. А еще на темном фоне пустоты вот этой, да, у меня вообще не видно, как я стреляю. Так, отлично, босс. Найс. Здорово, мать-перемать. Надо признать, весьма приличное количество урона с этой серы выходит. Мы идем наверх, потому что там красиво. И босс раш. Ей! D6! Из всего D6 здесь самое полезное, пожалуй, да. Поэтому D6. Он, кстати, у меня еще... Daddy's Long Leg, давай. Daddy's Long Leg буквально сразу вообще.
Так, сейчас босс раш... И я получил урон, и я моментально отхилился. И сейчас босс раш у нас будет очень медленным и, честно говоря, весьма приятным. Но у меня мало урона. У меня всего 5 урона. Но есть Daddy's Long Leg, который делает прохождение босс раша, в принципе, еще более приятным. А еще на мне постоянно будет висеть щит от того, что я взял Polaroid, а не негатив. Что тоже, в принципе, весьма ок. Ну, короче, почти ГГ, но, в принципе, нормально. Стоим. Угу. Я по диагонали серый могу выстрелить, что? Да, а, я же взял этот джойстик. Да, точно могу. Угадайте, кто помылся под дождем? В смысле, нормально же. Пройтись под дождем всегда приятно, Кать. Если тебе неприятно под дождем пройтись, то ты не очень. Ты помнишь об этом, да? Я понимаю, не всем приятно пройтись под дождем, но сейчас такая охеренная погода. Она просто настолько любит, прям... Она ласкает теплотой, но не жарой. И дождик такой приятный-приятный, прям ми-ми-ми-ня-ня-ня. Короче, не знаю, я бы сейчас с удовольствием под дождем прошел на улице. Единственное, когда был неприятно идти под дождем на улице, это на диплом. Вот на защиту диплома под дождем идти было не очень хорошо. Вот, а в остальном, в принципе, неплохо. Не забываем, что у меня уголь, именно поэтому меня так оттягивает. Такс. А уголь все еще рулет. Дай-ка я чуть-чуть подальше отойду. Вот. Отсюда уголь будет более рулетным рулетом. Так, не надо тут всякого. Там башка, что ли, блин? Там башка. Отлично. Это жипип! Причем почему-то элитный жипип, кстати говоря. И ангел сдох раньше. А, ну да, логично, у меня же уголь. Поэтому ангел получал больше урона, чем этот жипип. Жип. Да, жипип. Так. Гёрдлинг раз, гёрдлинг два. Куча, 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 куча. Оу, там улучшенный The Dark One был. Ну, в принципе, урона охренеть какое количество, если на фулку умудряться выходить. Эх. Мех. Еле достал. Ага, давай замедляй, давай. Параш на меня, ага. Так. Divorce papers. Хе-хе. Пройдено. Оу. А, да, оно же не работает серый, да? Да, и лестница якобы не работает серый. Обидка. Ладно. Теперь The Fool. Вообще, в принципе, я не против на хаш даже выйти, честно говоря. Но мне надо сначала в магаз. То есть, единственное, зачем я, пожалуй, вернулся, из-за того, что я прошел все сайдрумы нахрен здесь, мне надо вернуться в магаз. В магазе посмотреть, у меня Steam Sale, у меня много бабок, все дела. Вот. А после магазина уже посмотреть, что... Ууу, да 6. Ага. В магазе полный тлен. У меня 90 монет, и это был последний магазин, который я увижу. Хреново, правда? Да. Все потеют за шаг, это странно звучит. Прекрасные весенние дожди при температуре 5-10 градусов всегда радуют, особенно ливни с сильным ветром. Привет из Красноярска. Ну, фиг знает. У нас сейчас в Москве говорят, что в ближайшие 3 дня будет температура в 24. И, честно говоря, дождик очень хочется. Угу. Окей. Пеппер. Пеппер в заплоп. Ну, типа, пускай будет. Это не горячо, не холодно. Это просто так. Мусор рядом проходящий артефакт. Артефалг. Да, посмотрим, что тут в игровой, наверное. В игровой ничего интересного нет. Окей. Ну, хпшку запасу. Not bad.
тут. Так, ничего интересного нет, только 99 монет стало, разве что. И ехала. Не мог достать до босса по диагонали, потому что умею стрелять по диагонали. Гениально. Ну в смысле? Я не хотел по диагонали доставать до него. Это не очень. А, я карту The World променял на пилюлю, да? Вот, блин. Я надеялся сейчас картой The World воспользоваться как бы. Плохо. Окей. Ну, учитывая то, что я хочу на Хаша собирать... Лестница Акова действует? Окей, на. Каким-то макаром оно все-таки и работает. Каким макаром, непонятно, но работает. Как я угадал. Так, сюдой. Ау. Лестница Акова работает даже на мои милишные удары теперь, что забавно. Что еще более забавно, скажем так. Отлично. Да, слушай, лестница Акова реально работает, пипец. Причем на обычную серу лестница Акова не работает вообще никак. Только на мой милишный удар она работает хоть как-то. Любопытно. Я очень надеюсь, что это не долбанная сайдрума. Да, это долбанная сайдрума. Найс. Скорпио! Хе-хе-хей! Скорпио на серу — это чудесное сочетание, на самом деле. В прохождении этажей это вообще огонь сочетание. Огнище. Так, мне сейчас хпшку, кстати. А, у меня хп где-то там валяется, только мне возвращаться очень сильно лень. Ну ладно. Лучше уж так, лучше вернуться, чем слот нафиг потерять. Блин, а это сайдрубман, да твою налево, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я очень много времени теряю из-за этого. Ты посмотри, сколько, какая сайдрубман здоровая. Это просто жесть. Это все нахер сайдрумы. Вау. Не, меня игра вроде как так еще никогда не подставляла. Чтобы настолько гигантские сайдрумы были. И столько времени у меня отнимали. Просто забей. Да, блин. Опять я могу слот потерять. А это что, Excel? А, у меня Excel! Это другое совсем дело! Оу! У меня Excel нахрен это! Утроба! Это полностью меняет! Это в корне меняет нафиг дело! То есть мне не надо париться по поводу того, что я сейчас еще и вторую утробу должен проходить. Нет, не должен. Да, сволочь. Минус один слот. Плюс один слот, спасибо. Это было быстро. Быстрое восстановление слота без смс-регистрации. Так, я надеюсь, что это уже не сайдрума. Спорно, наверное, сайдрума все-таки. Но посмотреть в любом случае надо. Окей, времени у меня еще 6 минут. Причем 6 минут целых. То есть за 6 минут я просто должен успеть до босса найти и босса начать убивать. Все. А сейчас окажется, что босс где-нибудь сам вверху, в самом начале. Такое, кстати, может быть вполне. Почему они пауков перерисовали, интересно? Здесь нет босса. Здесь тупо нет босса. Оно, походу, реально либо сверху сейчас. Ну, давай. Джокер. Ну-ка.
О, косы! Косы это топчик. Ага. Косы это плюс урон, но это дико хорошо. Так, ну давай здесь проверим на всякий случай. Так, да, здесь это сайдрума. Хреново. Времени остается слишком мало. Я понимаю, что убиваю-то я все быстро. Да, найс. Правда, у меня тут какой-то либо двойной босс будет, что вряд ли, либо одиночный этот широкий, который. Да, мистер Фред. Забыл, как его зовут. Его лучше, наверное, вот такой вот серый убивать все-таки. Да. Мамскоинсперс. Ну-ка. Спида пойдет. А я вызов хреново, кстати. Спида, ну пофигу. Фак. Вот босса хорошо убивать. Именно вот этим ударом. Найс. Окейюще. Хаш. Здорово, Синдаринка. Я уже босраш прошел за скелетика, Синдарин. Сейчас на хаш идем. Жалко, только мега станой, походу, не завалил. Кинотекс. Такое себе. Септикис, пожалуй. Серпентский. Неважно вообще. Так, карта такая, карта сякая. Пычк. Наверное, нет. Наверное, я Розари себе возьму. Пускай у меня плюс хпшка будет. Чем немножко бреда. Окей, да. Я замолкаю, а вам музыка в плюс. Я надеялся без урона его проходить. Ну да ладно. Сейчас это будет очень легкий хаш. Да. Я реально надеялся его без урона пройти. Я так хорошо уклонялся, но при этом впилился в него самого случайно. Он в меня уперся и дальше не может пройти. Ха-ха, лошара. И чё? Он
так и будет в меня упираться, пока я не получу урон из-за этого, или нет? Что мне делать? Он, видимо, в меня так и будет упираться, пока, блин, я урон не получу, не сойду с его места. Пипец. Да мать твою, а, тупой хаш для дебилов. Как он достал, а? Пипец. Воу! Нихера себе внезапно. Га-га. За духа Hallowed Grow? Серьезно? Святая куча? Окей. Святая куча — это как минимум странно. Ну да ладно. Так. На ангела. Делюрию я уже прошел, поэтому на Делю смысла идти нет. Может быть, будет комната жертвоприношений, и можно попробовать собрать ключ на мегастану. Вот, а я по-прежнему молчу, собственно. А вам по-прежнему хорошая музыка. Ну или не очень. Охренеть. Я сейчас за духа выходить не хочу, просто чтобы хп не терять. Мне духом еще Айзека убивать, скорее всего. Сорян за порванные ушки. Это ничего не считалось. Угу. Босс, кстати говоря, скорее всего слева будет. Хм. А вот и хп привалило. Спасибо Септикису. Бойлеров. Все, у духа фулка. Да? Да, у духа фулка. Айс. Так, ну чё, готовим свои ушки к Айзеку, потому что музыка громкая, но охрененная. А сейчас обидно было.
Потому что я внизу не должен был урон получать. Она прикольная, замедленная. Очень неплохая замедленная музыка. ГГ. А, не, ну почти ГГ. Вот. Теперь ГГ, да. На Делириума нет, наверное. Я, кстати, не проверил комнату жертвоприношения. Надо проверить. Вот там вот внизу последняя, то, что комната, она может быть комнатой жертвоприношения. Нет, видимо, да? Да. Или, погоди, или комната жертвоприношения проверяется напрямую. Или в нее только зайти можно. Но, по-моему, скорее всего, все-таки нет. К сожалению, поэтому я не получу ключи ангела и не смогу убить мега сатану. Хотя билд через силу, честно говоря, мне понравился. Это реально. Годелю зачем? Я Делириума уже убивал. Зачем Годелю? Да. Делириумонт, ну такой себе вообще, фу, не очень. Окейно. Ну, пойдем в сундук. У меня благо D6, если что, в сундуке артефакты заролить, что весьма хорошо. Нафиг Делю. Согласен. Здрасте. Ать-оп, ать-оп. 4 хлама. Ей! А еще раз 4 хлама. Ей! Ом-ням-ням. All stats up, так сказать. Своеобразненький. The Mind. Mind это, конечно, хорошо. Я бы видел всю карту, если бы не курса. Честно говоря. Вот курса это обидно. The Book of Sin. Еще одно черное сердце, окей. За малыша регена просто забей сколько. А вот за скелетика все печально. Хотя, с другой стороны, ну как сказать, печально. Все, что бы не осталось, это Гридер и Мегастана. Я бы сказал, что все зашибись, на самом деле. Более чем. Ау. Странно, я вниз кнопки не нажимал вообще. Я все это время держал кнопку вверх. Но после получения урона он мне почему-то выстрелил вниз. Странненько, странненько. Ай. Каин задрай. Окей. Да, стоит на месте, ёпты. Отлично. Не, слушай, серый реально прикольный билд. Надо его пробовать как... кстати, я ни разу не пробовал через... Не, Multidimensional Baby никак на тебя не влияет. Зато он влияет на духа. То есть я стреляю двумя серыми за духа за счет Multidimensional Baby. Изи две серы. Двойная сера, точнее. Не сказать, что она нужна... Урону мне вроде как стало хватать, но тем не менее. Так, High Priestess. Окей. И, неплохо, контагион это отличная вещь. Хорошая травилка. Не на последний этаж, конечно, но травилка очень неплохая. Двойная тьма. Слушай, почему они реально внешку пауков изменили? Это пипец как странно. Пауки теперь менее стрёмные, мне кажется. Они как-то полегче воспринимаются, но лично для меня.
Минус слот. Минус что-то там. И... Жо-жо! Босс Раш и Хаш пройдены.